Приветик, с вами Нелис. Вы способны создать для себя любой мир. Когда ваше внимание либо осознанно и настойчиво, либо непроизвольно и навязчиво фиксируется на каком-то одном мысленном образе, окружающая вас реальность начинает трансформироваться. Происходят странные вещи. То, на чем вы заостряете внимание, буквально заполняет ваш мир и принимается то и дело попадаться на глаза. А другие вещи, которые прекратили владеть вашими мыслями, напротив, куда-то бесследно исчезают. Как такое может быть? Ведь реальность на всех одна. Не совсем так. Она-то одна, но у каждого имеется свой, отдельный слой этой реальности. Меняется не общая реальность, меняет конфигурацию слой вашего мира. С вами совсем другой человек может существовать в совсем другой реальности. Весь мир очень многообразен. Своими мыслями вы строите уникальную, индивидуальную версию своего мира. Женщина, которая ненавидит пьяных, постоянно с ними сталкивается. И мужчина, который ненавидит или его раздражает женщины легкого поведения, тоже постоянно с ними сталкивается. Как известно, что вас раздражает, то и владеет вашими мыслями.